Земли Малой Охты служили яблоком раздора шведского и русского народов на протяжении 5 столетий вплоть до 18 века. Тогда, по приказу Петра I, крепость Ниеншанс была разрушена, а на ее месте основана Охтинская верфь. Позднее она была переименована в Петрозавод. Полноценное изучение допетровского периода земель Малой Охты стало возможным с начала разработки проекта «Охта-центр». Исследования на Охтинском мысу проводились ведущими археологами из Института истории материальной культуры Российской академии наук. Все найденные артефакты будут переданы в российские музейные фонды. Наиболее интересные находки будут представлены в археологическом музее, запланированном на территории общественно-делового центра. История Малой Охты вдохновила создателей высотной доминанты на необычное архитектурное решение. Пятилепестковое основание башни повторяет форму крепости Ниеншанс, а крылья высотного здания, сужаясь к вершине, создают силуэт шпиля.